Эпатажная певица Наргиз шокировала публику. Проукраински настроенная певица набила на ноге портрет нациста Степана Бандеры, изображенного на фоне красно-черного флага. Новая татуировка Наргиз расположена немного выше колена и уже стала достоянием общественности. Это не первый раз, когда певица Наргиз вызывает ожесточенные дебаты своими русофобскими действиями. Еще в прошлом году экс-подопечная Макса Фадеева заявила, что собирается сделать татуировку с портретом нациста, так как он является ее любимым героем. Напомним, Наргиз Закирова является уроженкой Узбекистана и имеет гражданство США. Она неоднократно высказывала свою критику по поводу спецопераций на Украине и коллег, публично поддерживающих СВО. В мае 2022 года ее депортировали из России в Узбекистан. Позже она открыто отреклась от своей родины, назвав Узбекистан неблагонадежной страной. Ранее сообщалось, что депортированную из России Наргиз Закирову не хотят видеть в Европе.